Мой помощник Саша Иванов в свой выходной день направился в гости к приятелю. Ты, мужик, смотри, куда идешь. Это моя территория, моя! Откуда такая наглость, а? Откуда? Полицейский остается полицейским даже выходной. Услышав, что на верхнем этаже кто-то скандалит, Саша решил разобраться в ситуации. Я тебе сейчас покажу, что такое северный характер Деда Мороза! А ну-ка, давай! Давай, давай, давай! И чтоб я тебя не видел здесь больше! Тихо, 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 тихо. Гражданин, с вами все в порядке? Нехорошо. Так, может, скорую вызвать? Да не, какую скорую? Вон, там, в пиджаке, в кармане. Ледок. Так, давайте я вам помогу. Пойдемте. Спасибо. Тихо, тихо, пойдемте. Что-то случилось? Все в порядке? Что там за шум был? Сердце черта прихватило. Ты представляешь, поднимаясь по лестнице напротив нашей двери, Дед Мороз какой-то левый стоит. Выдумал все в моем районе халтурить. Деловой. Мне самому мало. Мало? Конечно, мало. Посмотрите, как мы живем. Скромненько, зато честно. Виталик, а где моя шкатулка? Ой, Оль, ну что ты? У меня сердце прихватило, а ты шкатулка. Убрала, наверное, куда-нибудь. Куда, например? Разве с тобой мебель новую купишь? Ну скажите, вот куда здесь можно спрятать шкатулку? В шкаф, что ли? Здрасте. Вот это да. Оль, это кто такой? Тебя я не спрашиваю. Электрик? Ты только не ври мне. Я не вру, это электрик из ЖО. А что он в шкафу делал? Ты за идиота меня держишь, да? Да это честное слово, я электрик. Я пришел чинить вентиляцию в ванной комнате. Я тебе сейчас починю и вентиляцию, и артикуляцию. До конца дней своих шепелявить будешь. Нарисовалка! Ну, живой, убеги! Да, Саш, привет. Ты же вроде сегодня выходной. Что? А, понятно. Скандал на бытовой почве, а ты без формы и вроде как не при исполнении. Ну хорошо, диктуй адрес. Ага, понял. Ну что, докладывай, Иванов. Что тут произошло? Я ваш участковый. Макеев Владимир Сергеевич. Вот товарищ майор. В шкафу сидел. А вы кто? Я говорил ему уже. Я из ЖЭО. По вызову пришел. Прямо так и пришел в трусах? На улице не май месяц. Нет. Униформу я уже здесь снял. А зачем? У тебя что, психическое расстройство, что ли? Меня раздел какой-то мужик. Да у него белая горячка. Да я правду говорю. Ладно, Иванов, выходной у тебя отменяется. Дуй в опорный пункт, подежурь там, пока я здесь разберусь с Ереминами. Слушай, товарищ майор. А вас я попрошу оставаться в комнате. Беседовать буду со всеми по очереди. Пойдем. Ну, я слушаю. Я пришел по вызову около 5 вечера. Между прочим, я вас 2 дня назад вызывала. Много заявок, извините уж. Ну, вон, смотрите, наверху вытяжка. Пропеллер не крутится. Ну, что, должен крутиться. Сейчас посмотрим. Вы только, пожалуйста, дверь входную не закрывайте. Мне доступ к щитку понадобится. Хорошо.
Так, мужик, раздевайся. Ты что? Ты о чем? Долго объяснять, понимаешь, мне нужна твоя спецовка. Там, в комнате, лежат мои брюки, потом наденешь, хорошо? Я сейчас кричать буду! Тихо! Не надо кричать, ну войди ты в мое положение, мне очень нужно. Я тебе потом все верну, давай, давай, раздевайся. Так, слушай. Да вы о чем? Так, я о том, что мне нужна твоя спецовка, а будешь упрямиться, по башке получишь, ты понял? Давай, быстро снимай. Быстро, так, и это тоже снимай, все сразу снимай, давай, 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 давай. Ну ты парень-то с виду крепкий, чего ж сопротивляться-то не стал? Нельзя мне, я месяц назад операцию перенес, поджелудочно, врачи-то работать разрешили с трудом, я лишний раз нагнуться боюсь, вдруг швы разойдутся. Понятно, а как в шкафу-то оказался? Ну, когда этот ненормальный убежал, я из ванны выглянул, слышу в коридоре скандал. Я подумал, бандиты с зоны влияния делят. Какие бандиты? С чего ты решил? Ну, там один все кричал. Это моя территория. Я тебе сейчас покажу, какой я северный отморозок. Ну, я и залез в шкаф. Подумал, подожду, пока все уляжется. Все ясно. Ладно, пойдем. Кто-нибудь еще слышал крики? Про северного отморозка. Да это я кричал. Конкурента обнаружил на своем участке. А ведь я тут работаю. Я. Утренники всякие, семейные праздники. У кого детишки, ведь они же охотно приглашают, а? Вот я и сказал про северный характер Деда Мороза. Понятно. Ну, откуда я знал? Слышно было плохо, мог и спутать. Честно говоря, меня этот мужик в ванной сильно напугал. Натуральный псих. А ну-ка, ну-ка. Что еще за мужик в ванной, а? Да какой еще мужик? Может быть, и не было никакого мужика, а? Может быть, ты вот с моей женой тут и кувыркался, а? Успокойся. Так был кто-нибудь еще в квартире или нет? Не было. Присылают всяких пьяниц. Вот им и мерещится. Да я вообще не пью. Я когда по лестнице поднимался, я же на мужика натолкнулся. И он был как раз в спецовке электрика. Он! Моя спецовка с капюшоном. Вот, вот он меня и раздел. Значит, пока я на елочках халтурю, ты сразу с двумя мужиками развлекаешься? Да с кем я развлекаюсь? С этим, что ли? А даже если и так, я, между прочим, женщина. Ты все время пропадаешь неизвестно где, а про меня совсем забыл. Я пытаюсь заработать. Я заработать пытаюсь. Ты сама кричишь. Мебели тебе мало. Да мне не только мебель нужна. Мне внимание нужно и забота. Прекратили истерику. Вы оба остаетесь здесь. И что без глупостей, а то мигом вам по 15 суток влеплю. А вы пойдете со мной для дачи показаний. Как говорится, реальность иногда может быть смешнее любого анекдота. Это был тот самый случай. Ревнивый муж Виталий Еремин неожиданно вернулся домой и обнаружил в своем шкафу полуголого электрика. Пришлось мне разбираться в семейном скандале. Только давайте сразу на чистоту. Сэкономим время. Был мужик? Да. Любовник у меня. Кто бы мог подумать. Ладно, со своими личными делами вы сами разбирайтесь, а я пойду. Да подождите, это не главное. У меня шкатулка пропала. С драгоценностями? Ну, можно и так сказать. Там письма моего отца и его фотографии. Он умер в прошлом году. Так если ваш любовник электрика раздел, мог и шкатулку прихватить заодно? Да нет, я же вам говорю, там письма, а не украшения. А он знал об этом? Да нет, откуда? Хотя, как-то раз я Кате, своей подруге, рассказала про эти письма. Девчонки, идем чай пить. Ленка, бросай свою юбку. Завтра закончишь. Пойдем. Красивая. Что у тебя здесь? Золото-бриллианты? Ну, какое золото? Разве с моим Ереминым что-нибудь наживешь? Это старые письма.
письмо моего отца и его фотографии. Смотри. Все, что от него осталось. Печально. Печально, когда судьба людей разлучает. Но печальнее, когда люди людей разлучают. Да. Прожили с мамой 15 лет. А потом он с какой-то крысой связался. Мама терпеть не стала, выгнала его. А он на Дальний Восток уехал. Больше я его не видела. Вот только письма получала. Ну, раз ваш любовник не знал о том, что в этой шкатулке письма, мог подумать, что и драгоценности. Да нет, ну я говорю вам, он не мог украсть. Ну а кто? Он оставался в комнате один? Да. Сначала я электрика впустила. Потом мужа в окно увидела. Побежала Виктору, сказала. Ну, любовнику. А он меня на кухню отправил и говорит, сиди, не высовывайся. Виктор, значит? Да. Будем разбираться. Фамилию, адрес его знаете? Да. Слушай, товарищ майор. Ты на посту? Так точно. Штудирую теорию криминалистики, раз все равно выходной пропал. Да ладно. Пойди детектив какой-нибудь читаешь. Нет. Ну, если честно, это очень содержательный детектив, на работе пригодится. Отставить читальный зал. Тут вот какое дело. Я объяснил Саше суть дела и дал задание найти и опросить любовника Ольги, Виктора Павлова. Прикольная история. Я не понял, ты чуть-чуть в кабинете? Нет, в пути уже. Саша успел перехватить Виктора Павлова у его дома. Виктор Павлов, здравия желаю, помощник участкового Иванов. У меня есть к вам пару вопросов. Я слушаю. Ну, вообще-то я тороплюсь, знаете. На работу опаздываете. Да. А на вас тут жалоба поступила от гражданина Коняхина. Да не знаю я никакого Коняхина. Как же, электрик из ЖЭУ. Ну что, здесь поговорим? Или в опорный пойдем? Ладно, здесь поговорим. Так, теперь вы пойдемте на кухню для дачи показаний. А, извините, а что со мной? Может, я пойду уже? Куда ты пойдешь-то в одних брюках? Сиди уже до выяснения обстоятельств. Отпираться нет смысла. До вас одежда электрика, которую вы же с него и сняли. А это уже само по себе преступление. Да откуда вам все так быстро известно стало? Работаем. И к тому же я лично видел, как вы выбегали из подъезда Ерёминых в этой одежде. Ну ладно, ладно. Был я у нее, только что от нее. Он даже переодеться не успел. Это кого еще принесло? Да не дергайся ты. Ерёмин по халтурам до ночи бегать будет. Я электрика вызвала. Пропеллер сломался в ванной. Вентилятор. Ой. Слушай, может, я зря электрика вызвала? Ты бы и сам починила. Витя! Атас! Чего? В окно увидела, Ерёмин возвращается. Что ж делать? Так. Слушай, электрик в ванной? Да. Спокойно, козочка моя. Я все решу. Так, сиди на кухне. Тихо и не высовывайся. Хорошо. Ой, ой. Ну, а когда по лестнице спускался, капюшон на глаза натянул, он меня и не узнал. Угу. Значит, шкатулку вы не брали? Да что, я совсем отморозок, что ли, у своей подруги воровать? Да и что за шкатулка? Бриллианты там, что ли? Откуда у них ценностям-то взяться? А зачем вы электрика-то раздели? Запаниковал. Не хотелось, чтобы Ерёмин меня застукал. Мы же с Ерёминым 100 лет знакомы. Так сказать, семьями, дружим. Хорошенькая дружба. И неужели вы решили, что электрик вас не узнает? Да ничего я не решил. Некогда было думать. Если бы все люди по жизни рационально соображали, так у вас бы работы в 2 раза меньше было. Ну или в 2 раза больше. Как посмотреть. Ну, рассказывайте все с самого начала. Мне нужны все детали. Хорошо. У меня сегодня слетело 2 халтуры. Конкуренты перехватили. Я ведь один работаю. А они... Они втроем окучивают. Дед Мороз, Снегурочка и еще эта Баба Яга. К делу. Я прошу вас, к делу. Так вот. Халтуры полетели, я сегодня пораньше вернулся. На лестнице вот этого электрика встретил, ну, внимания на него не обратил.
поднялся выше. Сволочь там стоит. Конкурент. Лицо разглядели? Опознать сможете? Рожа вся такая наглая, но под бородой особенно не разобрать. Жаль. Стоп. Стоп. Я только сейчас понял. Еще кое-что пропало. И что же? Пойдем. Я же сразу-то об этом не подумал. Ну как же такое навалилось? Еще этот слесарь в шкафу голый. Я электрик. Да хоть сапожник. Нету. Точно нету. Украли. Что украли-то, скажите конкретно. Мой запасной костюм Деда Мороза. Господи, нашел о чем беспокоиться. А эта женщина не могла взять, которая подслушивала в коридоре? Так. Ну-ка, какая женщина? Ну, когда я поднимался по лестнице, на лестничной клетке женщина стояла. Ну, потом она этажом ниже спустилась. Ну, а может, и ушла вовсе. Вы говорите, дверь в вашу квартиру была открыта? Ну да, чтобы доступ был к этому, как его... К щитку. Вот. Откуда Дед Мороз взялся? Секундочку. Да. Алло, товарищ майор? Я поговорил с Виктором Павловым. Он утверждает, что вышел из квартиры Ерёминых с пустыми руками. Ну, собственно говоря, я его по дороге и встретил. Шкатулку разве что он по пути где-то сбросил. Ты его домой уже отпустил? Посмотри за ним, мало ли что. Хотя надо еще поквартирный опрос провести. Вдруг кто-нибудь видел эту женщину? Какую женщину? Да есть версия, что шкатулку вынесли, когда дверь была в квартиру открыта. Там возле квартиры Ерёминых какая-то дамочка крутилась. Товарищ майор, а может, я не позвоню? Пусть приедет, поможет. А то от этого хоровода уже голова кругом идет. Ой, не говори. Устроили, понимаешь, новогодний серпантин. Владимир Сергеевич. Я вот думаю, все равно от нас этот Павлов никуда не денется. Так может, я тоже по квартирам пробегусь, все равно быстрее будет. Ладно. Звони своей ненаглядной. Я давно заметил, что мой Сашка неравнодушен к помощнице частного детектива Ани. Я на развод подаю. Ты поняла? Квартира все равно моя, подавай куда хочешь. Итак, давайте восстановим хронику событий. Значит, Оля открывает дверь электрику и проводит его в ванную. Да, да. Потом она разговаривает со своим другом. Развод. 100%. Плевать. Значит, потом она проходит на кухню, а друг в ванную. Там он раздевает электрика, снимает с него спецодежду. Силой заставил. После чего он выходит из квартиры и на лестничной клетке сталкивается с Виталием Ерёминым. Кстати, на каком этаже это было? На 4-м, кажется. Ага. Значит, с 9-го этажа до 4-го спускаться секунд, наверное, 20. А подниматься с 4-го на 9-й... Кстати, вы с передышками поднимались? Передохнул маленько. Получается, у этой женщины было примерно минута с четвертью. И за это время надо, значит, зайти в квартиру, взять шкатулку, переодеться в костюм Деда Мороза. Нереально. Зачем вообще кому-то эта шкатулка? Возможно, она думала, что в ней находятся какие-то драгоценности. Или наоборот, знала о том, что там лежат ценные вещи для Ольги. Личная месть. Скажите, у кого-нибудь был повод для мести? Да нет, не думаю. Я вообще по жизни не очень конфликтный человек. Массовик-затейник Виталий Ерёмин вернулся домой и обнаружил в своем шкафу полуголого электрика. Его жена Ольга поначалу все отрицала, но потом призналась, что в чужой спецодежде сбежал ее любовник Виктор Павлов. А еще у Ольги пропала шкатулка, где она хранила единственную память об отце, его письма и фотографии. Тамара Борисовна, а вы случайно в последнее время в вашем подъезде ничего странного не замечали? Как это ничего странного? Очень даже странное сегодня видела. Так, а поподробней? Добрый день. Мам, я побежала, мне заказ нужно отвезти. Беги. Это Леночка, моя дочка. Угу. Так, о странностях. Только вы расскажите мне поподробнее, потому что для следствия любые детали могут быть важны. Ну хорошо, в интересах следствия рассказываю во всех деталях. Вышла я за хлебом, тык-пык, а лифт не работает. Вот, я заметила. И, между прочим, никто не собирается его чинить. Так вот, ну я и
теперь подумала, обойдусь сухарями, чем по лестнице за хлебом бегать. Вдруг слышу, этажом выше кто-то шаркает. Ну, я подумала, да и думаю, гляну. Вот козел, а? С лучшей подругой. Ну, ничего. Ничего, ты меня получишь. Я придумаю, как тебе отомстить. Ну, потом домой вернулась, суп варить поставила, а через некоторое время, слышу, ругается кто-то. Но я продолжила наблюдение из-за двери. Через глазок? Да. Вижу, женщина в костюме Деда Мороза вниз бежит. Тамара Борисовна, а почему вы подумали, что это женщина? Ну, как же, шапка-то сбилась, а из-под шапки волосы длинные. Женщина, даже не сомневайся. А, то есть вы думаете, это она подслушивала, да? Ну, наверное. Но я вот лица я не видела. Ага, а что дальше? А ничего. Я хотела продолжить наблюдение с балкона, но тут Леночка пришла. А она у меня швеей подрабатывает и принесла мешок тряпок. Она работу на дом приносит? Ну да, и на дом, и по соседям так, ну кому что пошить надо. Она у меня раньше в частной мастерской работала. Но там сокращение было, и уволили. Она, между прочим, очень хорошая мастерица. Осталось только узнать, кто это переодетая прохиндейка. И дело в шляпе, как говорится, шершеля фам. Да, я тоже пришел к точно такому же выводу. Сперва я думал, что она проскочила в квартиру после того, как вышел Виктор Павлов. А на самом деле как было? А на самом деле эта ловкачка проскользнула сразу же за электриком. И, видимо, спряталась в комнате, пока Павлов стягивал с Коняхина спецодежду электрика. А потом выскользнула вслед за Виктором. Вот именно. А как вы думаете, на шкатулку она давно нацелилась или схватила первое, что попалось под руку? Да какое там первое попавшееся? Конечно же, это очевидно, что это жена Виктора Павлова. Она стояла под дверью, ревновала, накопила эмоции, но выплеснуть не решилась. Когда подвернулся удобный случай, она ударила по самому больному месту Ольги. Точно. И утащила шкатулку с письмами. Вот только интересно, она знала, что в ней лежит или нет? Ну, конечно же, знала. Ольга мне рассказала, что показывала своей подруге эти письма. А подруга Катя Павлова. А Катя Павлова – это жена Виктора. Изощренная месть. А чтобы ее не узнали, она переоделась в Деда Мороза. Ну, номер. Ладно, я пойду к Павловым, а то пока суд да дело, Катя уже 100 раз улики уничтожит. Слушай, давайте я у них камеру установлю. Ну, хоть доказательства у нас какие-то будут. Отлично. Кстати, когда электрика до дома подвозил, он мне штаны вернул любовника Ольги, Виктора. Может быть, ты под этим предлогом к нему исходишь? Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Да. Вот ваши брюки. А вы бы не могли вернуть форму электрика, а то человек неприятности будет на работе. Да-да, сию минуту. А, простите, а вы ему кем приходитесь? Двоюродная сестра. Очень хорошо. Я сейчас. Пока Виктор ходил за спецовкой, Аня установила в его квартире камеру видеонаблюдения. Вот. Спасибо. И это тоже его. Угу. Вы поблагодарите его от меня, он мне здорово помог. Непременно, спасибо. Уже через час мы с Сашей Ивановым приступили к наблюдению за квартирой Павловых. Кать, это просто глупо. Ну, ты же знаешь, что я люблю только тебя. Вить, а какого лешего ты столько времени проводишь у этой вертихвостки, а? Так мы же дружим семьями, забыла? И потом, ты видела, что я вернулся в спецодежде? Ну и что? Так то, Катя, что я ремонтировал пропеллер в ванной. Ну ты же врешь, Вить. Ну какой пропеллер, когда это вентилятор в вытяжном устройстве? А чтобы ремонтировать вытяжку, знание профессиональных терминов не требуется. Главное разбираться в шурупах. Какой и куда вставлять. Угу. Знаешь, в чем ты поднаторел, Вить? Так это шурупы вставлять. Это факт. Неопровержимый факт. Всем фактам факт. Британские ученые доказали. Ну, какие ученые, Кать? Ну что ты несешь? Ну... О,
А это что такое? А может быть, у меня была интрижка? Да, ко мне Дед Мороз приходил в костюме, а ушел голышом. Ага, босиком по снегу побежал? Да, Витенька, босиком по снегу. Так. А вот и костюмчик Деда Мороза объявился. Да, пора с ними поговорить. Костюмчик — это уже улика. Кстати, Рёмин сказал мне, что у него на подкладке написана фамилия ручкой. На, держи пока. Наблюдай, а я пойду с ними поговорю. Здравствуйте. Я участковый Владимир Сергеевич Макеев. Да? И что от меня нужно участковому? А если вы по поводу той шкатулки, то я уже сказал вашему помощнику, что никакой шкатулки я не брал. И вообще, извините, но... Нет, это вы меня извините. У меня есть все основания полагать, что в вашей квартире находится важная улика. Витя, что случилось? Добрый вечер. Это хорошо, что вы вышли. Сейчас заодно мы и посмотрим костюмчик Деда Мороза, а потом вы нам ответите на самый главный вопрос. Где шкатулка Ольги Еремины? Какая шкатулка? И при чем здесь костюм Деда Мороза? А пойдемте в квартиру, я вам все и расскажу. Этот костюм я купила в магазине игрушек. Ну, вы знаете, я хотела Виктора приодеть на Новый год для создания праздничной атмосферы. У меня чек есть. Хотите, покажу? Да, костюм действительно новый. Никакой фамилии на нем нет. А у Еремина, как он говорит, был подписан. А при чем тут Еремин? Да так. Значит, вы сегодня в квартире Ереминых вообще не были, да? Нет, я не была. Я знала, конечно, что муж гуляет на сторону. Ревновала. Но потом, знаете, как-то привыкла, что ли. А сегодня что-то накатило. Ну, я решила проследить, куда он пойдет. Клянусь, больше ни-ни. Значит, шкатулку вы не брали. Какую шкатулку? С письмами Ольгиного отца? Зачем она мне? Я что, сумасшедшая? А во сколько вы были дома? Я была в 16:30. Хотите, у соседей спросите. А можно вас сфотографирую на телефончик? На следующий день я первым делом поехал к Тамаре Борисовне, соседке Ереминых, чтобы показать ей фотографию Кати Павловой. Здравствуйте. Здравствуйте. Тамара Борисовна, скажите, во сколько вы видели женщину у квартиры Ереминых? Во сколько? Ну, где-то 4:00. Ага. Это женщина? Она. Около двери ходила, шипела вся и плевалась. А женщину в костюме Деда Мороза во сколько вы видели? А, сейчас точно скажу. Я суп поставила вариться. Я всегда все по рецепту делаю. Пока вода закипела, пока картошку заложила, лук-морковку. Через 15 минут пошла рыбную консерву закладывать. Можно без подробностей? Ну, если без подробностей, через полчаса. Суп был готов. А скандал этажом выше? А, да. Ну, на пару минут попозже. Значит, Павла уже была дома. Я бы вам точнее сказала, но дочка меня отвлекла. Она притащила мешок каких-то красных тряпок. Швея она у меня. А ножницы найти не могла и меня позвала. Красных тряпок? Да. А можно этот мешочек посмотреть? А, конечно, вот он. Я вчера так и мусор не выбросила. Пожалуйста. А вот. А ваша дочь сейчас дома? Дома. Можно с ней поговорить? Проходите. Случилось что-то? Мама! Я же просила тебя выбросить его! Я так понимаю, шкатулка у вас? У меня. А зачем вы все это сделали? У Оли от отца хотя бы письма остались, а у меня вообще ничего нет. Я хотела всего пару фотографий взять, я бы остальное все отдала. Я не понимаю, при чем здесь ее отец? А он не только ее отец. Мама, ну что ты молчишь? Господи, доченька. Да если бы я знала. Да есть у меня его фотографии. Я тебе просто никогда не показывала. Но я же не знала, что для тебя это так важно. Не важно? Я же его ни разу в жизни даже не видела. Так, дамочки, что-то я вообще ничего не понимаю. Тамара Борисовна. Ну а что тут непонятного-то?
Олин отец был моим близким другом. А что вы на меня так смотрите? Я тогда первой красавицей во дворе считалась, а его жена была старше меня на 10 лет. И вы? Да. Леночка его дочка. А он подлец. Вместо того, чтобы на мне жениться, когда его жена из дома выгнала, на Дальний Восток завербовался. А я его до сих пор не простила. И дочке поэтому про него никогда не рассказывала. Вот только недавно призналась. Да, ну у вас и история. А зачем вы костюм-то Деда Мороза надели? Чтобы никто не узнал. Я в квартиру сразу за электриком зашла. Ну и думала, в случае чего скажу, что за солью. Ну, по-соседски. Смотрела, в комнате никого нет. Я шкатулку схватила, а потом думала, а как я назад-то выйду? Вдруг кто увидит? Но про костюм я знала, я его сама Виталию сшила. Ага. Значит, вы подрались с Ерёминым, потом сбежали на несколько пролетов ниже, хотели уничтожить дома костюм. А что же вы его там сразу-то не выкинули? Ну а как? Его же в мусоропровод не затолкаешь, а на улице холодно. Но если бы я в костюме Деда Мороза вышла бы на улицу и попыталась его там выбросить, в чем бы я домой возвращалась? Понятно. Несите шкатулку. Да, удивили вы меня. Прям водоворот страстей житейских. Санта-Барбара отдыхает. Гражданин, что ж вы так в общественном месте-то, а? До туалета добежать не судьба. Ты кто такой? Я помощник участкового. Кого? Помощник участкового Иванова. Да хоть президента! Вы в курсе, что нарушаете статью 333 причинение ущерба должностному лицу? Я тебе сейчас лицо обглодаю. Бывай. Могли бы пролиться реки крови. Да что ж за день такой? Живой. Алло, скорая? Черепно-мозговая травма. Приезжайте быстрее. Записывайте адрес. К счастью, паспорт пострадавшего оказался при нем. Жертву Спасибо. Нападения звали Герман Бузин. Утром я вызвал к себе единственного родственника Германа, его родного дядю себя. Анатолия Бузина, владельца магазина бытовой техники. Все-таки это было ограбление? Скорее всего. Преступник ударил его по голове чем-то тяжелым и забрал все, что успел забрать. Деньги, документы, телефон. Хорошо, что еще опознать сумели. С ума сойти. Прямо на пороге моего дома. Видимо, что-то случилось, раз он решил без звонка вот так ко мне заявиться посреди ночи. Значит, специально никто не мог его поджидать. Я же и говорю, банальное ограбление. Это тот гопник, которого я видел. Жалко, меня там раньше не оказалось. Тогда бы у нас было два пострадавших. И все-таки у Германа были враги? Видите ли,
Герман имел привычку ввязываться во всякие сомнительные проекты, брать у друзей в долг. У него скопились большие долги. Возможно, кто-то из кредиторов устал ждать. А конкретные имена не приходят в голову? Некий Котлов. Я их видел недавно вместе. Тихо, Петь! Если ты мне сейчас сломаешь пальцы, как мне потом деньги верну? Я этими пальцами сейчас работаю. Это с каких-то пор? Ну, с тех самых пор, как я устроился массажистом. Массажный салон открыл. Че ты несешь? Какой массажный салон? Ну, то есть, не открыл, но я вот сейчас вот его открою. Я там пока единственный массажист. Как я тебе потом деньги верну? А эти там морду набьют. Петь, ты умный человек, ты бизнесмен, ну ты же понимаешь, я этой мордой потом всех клиентов распугаю. Ну хорошо, последний раз, но процент я тебе накину. Хорошо. А может, вместо процента я тебе массаж сделаю? Че? Все. Котлов, знаю такого. Сань, посмотри-ка по нашим базам, что у нас есть на него. Скажите, вам вот это знакомо? А что это? Видимо, при падении у Германа выпал из кармана вместе с мелочью, а преступник не заметил. Первый раз вижу. Нашел. Ё-моё, так это ж наш гопник. Я же говорил, что это он. Давайте взглянем. Давайте. Да, это он. Запиши его адрес и поедем его искать. А чего его искать? Он все время тусуется около моего магазина. Наверное, торгует чем-нибудь. Погнали, Сань. Вот такая моделька. Боже, Саня, давай-ка ты обойди вокруг. А я подойду к ним. Если побежит, то подрежешь его во дворе. Да ну, здоровый гад. Гражданин Котлов, майор Макеев, мне хотелось бы с вами поговорить. В чем дело? Не имею права! Я ничего не успел! Побежал, а у нас рефлекс работал. А это что? На Новый год закупаешься подарочками, да? Молодец. Это подстава, у меня их подкинули. А? Конечно, ты просто нашел. Вот урода. Саня, я что-то не пойму, это логики. Один по подворотням, граждан грабят, телефончики у них отжимают, а мы с тобой уроды. По каким подворотням? Никакие они подворотни, вообще я никого не трогал. Ну, конечно, а возле места преступления твой двойник стенку орошал. Какого преступления? Я ничего не делал. Да хороший дуля, Сань, возьми его машину. Вчера было совершено нападение на Германа Бузина. Его ударили тупым тяжелым предметом по голове. В твоем случае головой. Мой весельчак-помощник видел тебя на месте преступления сразу же после его совершения. Я не удивлюсь, что один из этих телефончиков принадлежит Бузину. Да я в этот двор вообще просто отлить зашел. Подожди, Герыча? Бузина? То есть ты не отрицаешь, что знаешь его? Нет, конечно. Он мне 70 косых должен. Занимал на какое-то разведение не то насекомых экзотических, не то на навоз. 70 тысяч за навоз? Ну, не 70, занимал 20. Но прошло уже 4 месяца. Инфляция, проценты. Вот и мотив. Да какой мотив? Если б я его того по башке бы, я бы вообще своих денег не дождался. Я в таких случаях вообще-то палец ломаю, какой не нужно. Ну так, чтоб работе не мешало. Очень гуманно. И скольким он должен был? Да пальцев не хватит. Очень смешно. Ладно, поехали. Куда? Я же все сказал. В опорный пункт. Саня, а ты после по соседям пробежишься. Пока Саша опрашивал соседей Анатолия, я решил еще раз поговорить с ним самим.
Видите ли, я уже ничем вам не могу помочь. Я рассказывал, что с Германом мы год не общаемся. Я, бывает, звоню ему периодически, ну, так, выяснить, живой ли. Дело в том, что он с деньгами не умеет обращаться, ни со своими, ни с чужими. А мы как раз тогда из-за денег и поругались. У меня гениальная идея. Готов? Мы будем выращивать с тобой огромную клубнику, вот громадную клубнику, круглый год. Я узнал способ. А где будем выращивать? На подоконнике, дома? Да нет, в теплицах, Сейчас же зима. Надо всего лишь 300 тысяч рублей. На теплицу? Да. У меня нет таких денег. Именно сейчас. Да ты что? Это стопроцентная гарантия. Мы с тобой миллионерами станем. Возьми суду в банке. А у меня больше денег нет. На твои бредовые идеи. Ты каждую неделю приходишь с новым предложением. То придумал зажигалку вмонтировать в мобильный телефон, то еще что-то. И просишь всегда нелепые суммы. Это не нелепость. Это инновации. А инновации всегда требуют капиталовложения. Разве не так? Ты прав. Единственная нелепость здесь я. Я тебе все время давал деньги. Ну как, мы же одна семья. Но ты из меня все до последней копейки высосал. Спасибо. Спасибо за поддержку. Он всерьез хотел на этом заработать? Или просто отнял из вас деньги? Не знаю. Может быть, все проиграл на каких-нибудь собачьих боях. Но хотелось бы верить, что он хотя бы к чему-то стремился. Стремится. Однажды поздно вечером мой помощник Саша Иванов обнаружил во дворе элитного дома молодого мужчину с серьезной травмой головы. Пострадавшего звали Герман Бузин. И его родной дядя рассказал нам, что напасть на Германа мог кто-то из кредиторов. Кто там? Это помощник участкового. Откройте, пожалуйста. Спасибо. Не надо. До свидания. Вас помощник участкового беспокоит, Иванов. Мне нужно вам задать парочку вопросов. Никого нету дома. Ну, раз никого нет, так и возражать никто не будет, если я зайду. Откройте, пожалуйста. Мы ничего не покупаем. Да я ничего и не продаю. Мне вам нужно задать несколько вопросов. Я сейчас в милицию позвоню. Да вы не поняли, я и так из полиции. Все, пошла звонить в милицию. Да я... Участковому звоню. Милая бабушка, вы, наверное, не так поняли. Я помощник участкового Владимира Сергеевича Макеева, Александр Иванов. Алле, да-да, звоню. Макееву Александру Ивановичу. Алле, Иван Александрович, здесь какая-то хулиганка. Здрасте. Марго, моя жена. Владимир Сергеевич, наш участковый. Очень приятно. Взаимно. Пойду разгружусь. Славик не просыпался? Ты знаешь, лежит, спит, пузыри пускает. Моя первая жена Марина ушла от меня, потому что я не мог иметь детей. Ну, усыновили Германа, когда погибли его родители. Но ей хотелось своих детей, мне тоже. И мы разошлись. Когда Марго забеременела, я был на седьмом небе от счастья. Словно какое-то проклятие разрушилось. Простите, я вас утомил? Да нет, что вы, ни в коем случае, очень интересная история. Жаль, что я не по этому поводу пришел. Вы не знаете, где сейчас Герман проживает? Точно сказать не могу, но когда я ему звонил, трубку сняла какая-то женщина. Как же ее? Какая-то... А вот... Елизавета Казимутская. Ой, Владимир Сергеевич, здрасте! Добрый день, Глафира Юрьевна. Как дела-то? Ой,
вы сегодня в наш гастроном не заходили? Там таких окуней продают. Во! Глафира Юрьевна, вы бы с такими жестами-то поаккуратнее, а то люди подумают, что вы власть не уважаете. Ой, если вам нужно, идите быстрее, а то разберут. Спасибо, Глафира Юрьевна, но я сегодня другую рыбку ловлю. Во! Так это вы о том парнишке, которого ограбили, что ли? Герман-то, Герман. А вы-то откуда знаете? Обижаете. Да, действительно, глупый вопрос. Ну и как успехи? Да пока ничего конкретного. Сашка вот соседи опрашивает, а я к его любовнице пришел прокатиться, проверить ее. Здрасте. Ну как? Да как всегда, никто ничего не знает. А в одной квартире вообще анекдот вышел. Какая-то бабка сумасшедшая, она мне хотела участковому пожаловаться. Это он на Лидию Адамовну нарвался. А Дашки-то ее, внучки-то дома нет, что ли? А она обычно бабку надолго не оставляет. Значит, сейчас должна прийти. Глафира Юрьевна, поможете органам, а? Вы все-таки как-никак соседка ее. А я пока к Елизавете Казимутской наведаюсь. Фамилия такая графская, да? Ну, пойдем Лидию Адамовну допрашивать. Да вы думаете, у вас лучше получится? Ну, посмотрим, поглядим. Давайте, давайте. Ага. Ты спрячься пока. Хватит пенсионеров распугивать. Ой, Даша, ты дома? Добрый день, Глафира Юрьевна. Вы что-то хотели? Да я... Ну, парочку вопросов хотели задать. Помощник участкового Иванов. Знаете, сейчас не самое лучшее время. Мне собираться нужно. А мы вас долго не задержим. Войти можно? Ну, это уж точно плохая идея. У меня бабушка болеет, я тоже себя неважно чувствую. Так куда же вы идти собрались? Слушайте, это не ваше дело. Как раз-таки наше. Сегодня под вашими окнами было совершено преступление. Я ничего не видела, я спала. Я вам даже время не назвал. А я весь день и всю ночь сплю. Я сказала, что плохо себя чувствую. Я к вам заходил 10 минут назад. Почему вы не открыли? Вообще-то я не обязана открывать дверь всем подряд. Всем подряд не обязаны. А участковому, а тем более его помощнику, должны. Так лучше? Спрашивайте. Ну, в общем-то, я все уже и спросил. Ну, в таком случае мне в аптеку нужно. В аптеку или в ломбард? Такая же серьга была на месте преступления. Так, я звоню следователю. Хорошо, хорошо, подождите. Пожалуйста. Я правда ни в чем не виновата. Я клянусь, я никого не грабила. Да, я была свидетельницей ограбления. Было темно, и это была женщина. Женщина? Вы уверены? Да, ну нет, силуэт был женский. Ну, и что ж ты полицию не позвонила? Скорую. Да не могла я никуда позвонить. У меня телефон сотовый сломанный, а стационарный за неуплату уже 100 лет как отключен. Вы знаете, я сама хотела помочь. Я нагнулась, и тут эта серьга. Вы знаете, у нас ведь нет ничего. У меня бабушка болеет. Я даже на нормальную работу не могу устроиться, потому что мне ее не с кем оставить. Я ее продать хотела. Тихо, все будет хорошо, все будет хорошо. Ой, все будет хорошо. Чего ж ты, дуреха, людям-то не рассказала сразу? Люди ж не волки. О, помогли бы. Вот. Ну, все, я буду теперь приходить, с Лидией Адамовной посижу. Вот. А ты устраивайся на работу, работай себе на здоровье. Все. Это чудо, что его голова так долго оставалась цела. Хотя, знаете, я искренне верю, что у него все будет хорошо. Может быть, эта ситуация его чему-нибудь научит. А что касается меня, мне в конце концов это все надоело, терпение лопнуло, и я выставила его за дверь. Дорогая, у меня гениальная идея. Мы будем вместе с тобой выращивать китайские грибы. Сначала начнем летом, у тебя на даче их выращивать. После этого... Что это? Что это? Дорогая, это было давно. Я теперь совсем другой. Пошел вон! Вон пошел! Что ж там такого ужасного было? Ну, откровенное видео. Практически порнография. И вы выгнали парня за то, что он смотрел это? А вы не понимаете?
Это было видео с его участием. Это была последняя капля. И когда пролилась эта капля? Когда это было? Да как раз вчера ночью. Я знаю, знаю, я для вас подозреваемая номер один. Но мне кажется, вы честный, порядочный мужчина и не позволите, чтобы пострадала невинная женщина. Вот эту серьгу я нашел на месте преступления. Посмотрите, она вам знакома? Мерзавец! Мерзавец, подонок, а! Боже мой! Боже мой, а! Вижу, знакома. Это ваша серьга? Да, конечно же, моя. Она досталась мне от матери моего покойного мужа. Ой, я убежала в ванну. Я чувствовала себя такой грязной после просмотра этого мерзкого видео. А он, оказывается, вместе со своими вещами и мои серьги взял. Боже мой, какой же он мерзавец, а? И много он забрал вещей. Вы правы, надо проверить. Я имею в виду своих личных вещей. Да откуда у него свои-то? Бомжара чертов! Носки, трусы и те я ему покупала. Ой, взял только телефон да ноутбук. Значит, преступник прихватил еще и ноутбук. Да лучше бы этот преступник голову ему оторвал. Я бы сама ему эти серьги отдала. Боже мой, что я говорю? Ну ведь вы же не думаете, что это я его. Алло, Саша, у меня для тебя ответственное задание. Садись за компьютер и ищи в социальных сетях нашего потерпевшего. Похоже, он имел привычку выкладывать на всеобщее обозрение откровенное видео со своим участием. Ага. Только сначала дай мне адреса тех, кому он еще остался должен. Может, среди них есть женщина. Однажды поздно вечером мой помощник Саша Иванов обнаружил во дворе элитного дома молодого мужчину с серьезной травмой головы. Пострадавшего звали Герман Бузин. Его родной дядя рассказал нам, что напасть на Бузина мог кто-то из кредиторов. Однако вскоре выяснилось, что кроме долгов у Германа было много женщин, и все они имели причину ему мстить. Сиди, сиди. Ну что там у тебя? Чё-то ты бледненький какой-то. Не обедал, что ли? Нет. В общем, Германа на откровенном видео нет. Зато есть вот что. Ё-моё. Да это же жена Анатолия. Марго. Променяла Германа на богатенького дядю. Обалдеть. Столько денег уходит на подготовку кадров. Криминалистов, юристов, психологов. А люди всю свою подноготную в интернете выставляют. Дай-ка мне какую-то ненужную флешку. Себе ж ли хотите фотографии перекинуть? Нет. Сперва кое-что проверю. И это... Распечатай мне фотографию Марго. Я пойму причину вашего визита, если ваши следующие слова будут. Уважаемая Елизавета Богдановна, мы нашли ваши сережки. Спасибо вам большое за помощь, и вы потрясающая женщина. Скажите, вам знакома вот эта девушка? Ну да, в одежде-то я сразу и не признала ее. Да, это она была. На том видео с Германом. У меня еще один вопрос. Довольно-таки деликатный. Скажите, на том видео камера двигалась или стояла статично? Я имею в виду, может быть, был оператор? Да я что, вглядывалась, что ли, в то, что они там делали? Ну, там видно было. Он поставил камеру на стол. Вы приступил. Ясно. Сер,
Сергей Валерьевич? Владимир Сергеевич. Ой, простите. Ничего страшного. Пройти можно? Вы знаете, сейчас не самый подходящий момент. Толя только что с работы пришел, так всю ночь не спал. А мне сейчас ребенка кормить, поэтому... Да мне буквально минут на 10. Анатолий просил не держать его в курсе, а мне как раз есть новости. Проходите. Есть новости? Ну да. Я узнал, что во время нападения на Германа у него с собой был ноутбук. Видимо, он и стал причиной нападения. Конечно. Ноутбук лакомый кусок для гопоты. Ну, я имел в виду не сам ноутбук, а его содержимое. А что касается гопоты, так со слов свидетелей, это вообще была женщина. Ого. Это все? Только что на месте преступления я обнаружил еще одну улику. Видимо, в темноте. Преступник не заметил ее, так же, как и серьгу. Думаю, что Герман сбросил на нее всю информацию, все свои файлы с ноутбука. Хотелось бы посмотреть на вашем компьютере ее содержимое. Конечно, можно? Пожалуйста. Нельзя, я там антивирус удалила. Если там вирус, то он сломается. Когда ты успел? Вчера. Ночью ты спал. Давайте тогда у меня в кабинете посмотрим. Там тоже нельзя, я тоже удалила. А зачем? Ведь у нас антивирус плохой. У тебя же там документы важные. Вдруг что? То все. Завтра я пойду и куплю новый. Ну ничего страшного. Я тогда посмотрю у себя на работе и вам отзвонюсь. Хорошо? Ого. Антиквариат? Да. Я тоже в детстве марки собирал. Да я не коллекционер, это от брата осталось. Как же я утром-то ее не заметил? А ее вчера Марго уронила, в мастерскую отнесла. Вот сегодня вернули. Быстро сделали. Тяжелая такая. У вас ребенок плачет. Его кормить пора. Маргош, все в порядке? Ненавижу, когда он плачет. Владимир Сергеевич, спасибо вам, что вы при Толе не стали, но не сказали ничего. Если честно, то я и не знаю пока, что говорить. Но надеюсь, что вы мне все расскажете. Пойдемте. Я безумно была влюблена в Германа. Для кого-то, может быть, его идеи могли показаться бредовыми, но я их считала очень смелыми. Помню, он как-то с Толей сильно поругался. Где-то год назад, даже больше. Я тогда Толю еще не знала. Валить надо отсюда. Что? Говорю, валить нужно отсюда. Куда? Да куда угодно, неважно. Мы живем с тобой в свинарнике. Марго, ты замечательная, ты потрясающая. Ты замечательный человек. Нам надо жить с тобой где-то на пляже. Где-то на Гавайях, пить коктейли, получать удовольствие от жизни. Понимаешь? Ну что ты говоришь? Я счастлива, потому что я с тобой. Но разве ты не счастлив? Нет. Я не буду счастлив, пока ты у меня не получишь того, чего заслуживаешь. Нет, правда, я уже на все готов. Не пугай меня, пожалуйста. Ты не представляешь, каково это, когда тебя предает собственный дядя. Знаешь, я, между прочим, я его папой называл. Так и говорил, папа. Перестань. Твой дядя, он не такой уж плохой человек. Сколько он тебе денег уже дал? Его тоже можно понять. Родная моя, миленькая моя, наивная моя девочка. Как же ты будешь жить в этом циничном и ужасном мире? Ну что? Что ты опять сочиняешь? Тебе откровенно повезло, что у тебя есть я. Тоже циничный негодяй, но зато гениальный негодяй. С последним согласна. Все остальное неправда. Правда? Правда. Скажи мне, а на что ты готова пойти ради нас? В общем, план был просто неприличие. Я должна была познакомиться с Толей, влюбить его в себя, потом забрать все деньги и убежать.
Первые два пункта были реализованы удачно, а третьему помешала беременность, так? У нас с тобой все будет. Все будет у нас с тобой просто замечательно. Уже есть. Я беременна. Это просто замечательно. Это великолепно. Тем же вечером он ушел за сигаретами и не вернулся. Наверное, я и не покончила с собой только потому, что считала все происходящее каким-то сном. А может, вас остановила беременность? Может быть. Я продолжала по инерции играть свою роль в столе, а потом сама не заметила, как я втянулась. Когда я рассказала ему про ребенка, то он был так счастлив. Повезло же вам. Он ведь мог совсем по-другому отреагировать. И вы решили остаться с мужем, с Анатолием, да? Да. С ним мне было хорошо. Я понимала это еще когда был Герман. Толя часто ему звонил, и каждый раз после этих разговоров у него было такое несчастное лицо. И вы его чуть не убили. Хотели отомстить? Нет, все было не так. Вчера ночью мне пришла СМС от Германа. Я у подъезда, выходи. Ты потрясающе выглядишь. Спасибо. Это как-то не очень. Это еще ничего. Потому что, наверное, тебя увидел. А обычно хуже. Не обижайся, но мне холодно, если это все. Марго, я идиот. Я уже на самом дне, правда. Я постоянно думаю только о тебе. Послушай, Марго, я люблю тебя. Я каждую минуту думаю только о тебе одной. О тебе и о нашем сыне. Марго, давай будем снова вместе, давай. Давай ты и я, наш сын, вместе, помнишь? Помнишь, как мы мечтали там? Монмартр, балкончики. Ты же помнишь? Мне нужно 200 тысяч рублей, и мы будем с тобой миллионерами. Просто возьми их у дяди. Просто возьми у дяди. Я рядом с ним квартиру, не беспокойся ни о чем. Просто... Пошел вон. Послушай, Марго, он рано или поздно узнает, чей это ребенок. И от тебя зависит. Узнает ли это он рано или поздно. Прости меня, я не могу иначе. Прости меня, Марго, если у меня не будет 200 тысяч, меня завтра убьют. Завтра. Я с карточки сниму. Сейчас. Просто вынеси мне карточку и вынеси пин-код. Жди здесь. Вы прекрасно понимали, что он до конца дней будет вас шантажировать, и поэтому вы... Нет! Я просто не выдержала. Он так разозлил меня. Я прибежала домой и схватила первое, что попалось мне под руку. И это оказалась антикварная статуэтка. Вы понимаете, я почти поверила ему. А он... Мне просто захотелось треснуть по его дурацкой башке чем-нибудь тяжелым. Просто чтобы он понял, что со мной будет. Идите домой, Марго. Вам еще кормить ребенка надо. Только в одном Герман прав. Анатолий все равно рано или поздно узнает, чей Славик сын. Может, вы ему расскажете? Спасибо вам. Я пока еще не готова. Владимир Сергеевич, а почему вы ее отпустили? Ну, не арестовывать же ее, не сажать ее в камеру. Никуда она от нас не денется. А все материалы дела я передам следователю. Да нет, я не про это. Неужели вы думаете, что Анатолий не догадывается, что это не его ребенок? Ну, чудес-то не бывает. Конечно, догадывается. А что же он это так оставляет? Эх, Саня, молод ты еще, брат.